Белла Хадид хвастается чёлкой, которую сама себе остригла. Автор 22.04. 2020. Белла Хадид, несомненно, обладает многими талантами, и на днях она вновь это доказала, на несколько минут переквалифицировавшись в парикмахера. Наверняка новые эксперименты сумели развлечь не только Беллу, но и ее многочисленных фанатов. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Отметим, что модель обожает эпатировать публику. Нередко она устраивает себя провокационные фотосъемки, либо делится новыми рецептами блюд. К слову, последним звезда подиумов увлеклась во время карантина. Однако этого оказалось ей мало, поэтому она решила сделать себе новую прическу, собственноручно обрезав челку. К слову, челка Беллы получилась немногим ниже бровей. Поклонники неоднозначно отнеслись к ее решению и разделились в своих мнениях. Некоторые из них заявили, что Хадид совершенно не идет такая прическа, другие же поддержали ее в стремлении к переменам. Модель поделилась несколькими снимками с новой прической, чтобы выяснить мнение поклонников. Примечательно, что модель часто меняется на подиуме, однако мало кто ожидал, что она решится на такие метаморфозы в домашних условиях. Впрочем, самой красивой женщине в мире все к лицу, именно такой статус в прошлом году Хадид получила от авторитетного издания The Sun. Пластический хирург Джулиан Де Сильва провел исследование, чтобы отыскать эталон красоты, используя расчеты по формуле «золотого сечения». Он проверил многих знаменитостей, однако наилучший результат обнаружился именно у Беллы. Она оказалась ближе всего к идеалу на 94,35%.